так и не можешь этого понять. Ты осознал всего лишь, что я устала быть твоей любовницей, и твое решение — это записать меня в твои жены. Не от статуса любовницы я устала, Джон. Я устала от тебя. Я не хочу быть твоей женой. Я не хочу быть ничьей женой. Я хочу продолжать быть тем существом, которое я есть. Я не Нель Гвен. Я не покину сцену, как только король Леволорд заметит меня на ней, пожелав, чтобы я была его, и только его, заплатит целое состояние, лишь бы держать меня подальше от нее. Любовь моя, я не воробей, которого ты подобрал на обочине. Лондон ходит в этот театр, чтобы увидеть меня. Не игру Джорджа, не мистера Беттертона. Они хотят меня. И меня. И опять меня. Когда люди жаждут тебя до такой степени, когда ты в состоянии увидеть стабильный золотой поток реки, плещущийся у твоего порога. Не 5 фунтов здесь или там из жалости или постельных одолжений. Не титулованный выкуп, чтобы держать тебя заложницей подальше от того, что ты любишь. А деньги на всю жизнь, заработанные твоими усилиями. Вот это богатство. Брось эту безвкусную позолоченную сцену. Ты прав. Сцена позолочена. Она позолочена моими будущими заработками. И я не променяю их на зависимость от тебя. Я не променяю мой гарантированный успех на твою ненадежную любовь.